Беларусь готова поставлять на Дальний Восток сельскохозяйственную продукцию и племенной скот. Об этом накануне заявил профильный министр нашей страны на встрече с делегацией Приморского края России. Стороны обсудили ряд взаимовыгодных проектов, среди них строительство молочно-товарных и свиноводческих комплексов, а также поставка семян. Сегодня Беларусь поставляет в этот регион молочные и мясные продукты, импортирует рыбу. Делегация Приморского края России во главе с губернатором находится в Беларуси с визитом. Беларусь присоединилась к международной акции «День без автомобиля». Сегодня те водители, которые оставят свою машину дома, смогут воспользоваться бесплатным проездом. Необходимо только взять с собой права и техпаспорт для предъявления в общественном транспорте. Беларусь принимает участие в акции с 2008 года. По данным Минприроды, только за этот день объем выбросов в воздух загрязняющих веществ сокращается на 250 тонн. «День без автомобиля» как раз и инициирован для того, чтобы продемонстрировать важность и актуальность проблемы загрязнения воздуха. В Беларуси продолжается вакцинация против гриппа. В этом году иммунизация на севере страны началась раньше обычного. В Витебской области уже привились более 30 тысяч человек. Вакцину получили все медучреждения области. Сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства. Также созданы специальные бригады, которые работают в трудовых коллективах и сельской местности. В первую очередь вакцинация показана людям старше 65 лет, детям до 3 лет, людям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам. We'll be right back.